Бля, ну инк, ну ладно, бывает. Че умер-то? Инк, это ты, скажи. Патроны закончились. Понимаю. Инк, ну пожалуйста. Ты че, добавил, Женя? Это инк, бля, заебал. Это не инк. Это инк. Он что, долбоёб, что ли, с рандомами играть нахуй в склады? Сейчас разъебёт, я отвечаю. Тебя разъебёт, это, нахуй. Это контент. Охуенно, блядь. Блядь, сейчас такую хуйню разнесёт, ебать. Чё, он прям так хорошо играет, блядь? Инк топ, я тебе отвечал, он так играет охуенно. Я смотрел его видосы, нихуя он не умеет играть, блядь. Охуенно он умеет играть, ты, блядь, не пизди. Сравни с Сенькой, блядь, с Рекрентом, нахуй. Как он умеет играть, блядь? Хуй сосать умеет. Hello. Хоть раз я его услышал, хотя бы раз, блядь. Сори, отходил. Блядь, вот я не знаю, почему голос можно узнать прямо с первого раза. Странно, да? Очень-очень странно. Че, это реально он, что ли, блядь? Да, голос, так что тебе повезло. Скинул к ЕБЗе и Вектора внизу. Вектор беру. Матвей, да блядь, заебал игра. Не хочу, нахуй. Ты ж говорил, разъебывать чел будет, пусть разъебывает. Инк топ, я тебе отвечал, он так играет охуенно. Инк, это серьезно ты? Нет, это не я. Вот врать только не надо, Инк. Тебя уже все узнали, кто меня сейчас смотрит. Ну, привет, что ли, Ютубу. И тебе привет. Ты что, ролик, что ли, снимаешь? Опять троллишь, наверное. Да, в данном случае тебя. Вроде как немного получается. Ну, давай попробуем с тобой хоть топчик взять, показать пацанам что-нибудь хоть. Да изи. Весь предвкушение, ребят. Ты помогай давай, не в предвкушении там. Самое главное, не в предвкушении, да, быть, а помогать. Что, получилось сегодня какие-нибудь моменты поснимать? Конечно. Инк, слушай, а почему ты играешь вот на русском сервере, когда я вот, ну, например, смотрю у тебя ролики, как бы ты на Европе играешь? Сейчас какой-то прям определенный контент у тебя? Зашли поговорить или что? Я ничего вот не слышу, где-то рядом копает чувак, блядь. Ты что там, чаи завариваешь, что ли? Хорош чаи гонять потом. Слышь, не до ютуберы, вы заебали на туре тишину поймать. Ого, какой грозный. Я не ютубер, я могу говорить? А эти два заебали, два, блядь, пиздец. Не пролей. Это, блядь, этим дауном сейчас звук выключу, короче. Пошел контент. Во, я же говорю, контент каждую катку. А ты говоришь, что ты просто заходи, играй, и вот люди, уже контент. Брат, ты чё, с работы только пришел, что ли? Злой такой в натуре. Или в МФ отмечал. По-любому в фонтане купался. Вот честно, я твои ролики прям поощряюсь. То, как ты этот контент делаешь, у тебя прям... Вот реально контент-мейкер. Это не лезть, не подлизывание, просто вот я раз тебя встретил, мне вот хочется это тебе лично сказать. Только мы с конем по полю вдвоем. А, не, лучше, знаешь как? Только мы с сынком по полю вдвоем. Попахивает немножко этим, чем-то гейским таким. Ты разве думаешь то, что мужчина не может любить мужчину и обязательно нужно быть геем? А может ты просто гей? Есть же дружеская любовь еще как бы. К тому же мы с тобой сейчас в тиммейты, короче, в одной пати. Надо поддерживать друг друга. Я понял, в общем, к тебе спина не поворачивается. Да-да. Иди-ка ты первый. И лут не поднимай передо мной вот так вот. Ну что вот мы можем сделать? Он нас замутил, это во-первых. Во-вторых, он это как-то его жизнь, соло, да, его право. Своя игра, да. Гайз, я к вам не к этому, я к вам к тому, что сейчас под нас могут быть люди как раз со спины. Да он сейчас всех убьет, если. Да он там чилит, он под спидами там, под бустами. О, бежит. Ля какой, а? Спринт. Это знаешь, тут надо музыку поставить. Тун.
из Рокки Бальбоа. Так, 5 человек осталось. Все, прикрывайте назад. Только не ты, оранжевый. Инк, ты при... А я уже целюсь прямо в твою попку. Все, меня тоже прокинул. Это не топ. Ну, топ 2. Жалко, жалко, жалко. Hello. Hello. Are you Russian? No, sorry. You have a very good microphone, you know? We will take Desert Eagle, green. No, I don't need it, but thank you. Okay, okay. Someone needs Desert Eagle? Me, please. Man, I need Tamo for Eagle, please. Oh, okay, take it. Right, where are you from? I'm from Moldavia. Oh, nice. And you, green? I'm from Russia. But can you speak Russian? Yeah, of course. Инк, это реально ты? Спалили меня. Подыгрывали как могли, молодцы. Ну, я старался. Мы старались не палиться. Мы в Дискорде там позарили, типа, спроси, тебе нужен Дигл. Блин, не получилось. Да вы старались. Оранжевый там в настройках копается. Он купил игру вчера. Серьезно? Да, у него 10 часов. А у меня 530. Я старенький. Ты старенький? В папке старенький. Ну, тогда, наверное, я уже 3 раза умер. Найс. Какой приятный чел ты. Всегда под таких тиммейтов. Я просто притворяюсь. Я на публику играю. На самом деле, не такой. А, да? Ты на самом деле... Токсичный. Да, да. Токсичный. И уже все вам репорты на самом деле покидал. За тиминг. Меня уже банят. Инк, нет. Да не, все, забейте меня, забейте. А, ты в себе. Нет, я не в себе. Не рискуй. Сорян. Вы справитесь. Найс. Лучше, красавчики. Спасибо, спасибо тебе за игру, ты лучший, кстати. Вам спасибо, вы игру затащили.